Всем здорово. Это у нас Лига. Все та же. Играет Ваня. Мистер Ярли. Против Жука. Короче говоря, на первой волне. Ваня, короче, поставил две телеги, сделал 3-0. На второй волне он поставил еще две телеги. Я хз. Что он за ересь творит? Здесь у него отвод. Тут тоже, кстати, скелеты у жука. Ну, у жука тут спрятан фантишка. И он вроде бы ролил. Поставил вот это и сделал рерол, по-моему, если память не подводит. Ну, саупот ушла. Но мне кажется, все равно он так ликанет. Мишка этот не очень хорошо смотрится. А вот, блядь, 4 телеги. Я, короче, в этой версии ни разу не видел, чтобы через телеги играли. Так что интересно глянуть. Но мне кажется, ничего хорошего из этого не выйдет. Еще интересно, как они на третьей волне дефуют. Ну, типа, вот, 5 телег делать, что ли? А, ну, турса только. Нормально. Ну, на 3 ему стопудово начать ставить. Вот он, остается 2-0. Ну там же он типа дефает первые 4 волны вроде как нормально, а дальше пиздец. Я хз. Или он чисто за счет инкома походу хочет выехать. Он еще, кстати, ламбер отменил. То есть он хочет еще заслать при этом на 4, видимо. Тут фан тапнулось. Больше жуку здесь, наверное, ничего не надо. Ну, кидается дракон на 3. Хз. Засыл в никуда, скорее всего. Ну, вообще, это стиль Ярли. Как мы видели по прошлым каткам. Он там на 3 докидывал арчей. Потом там драконов что-то кидал с другой катки. Ну, тут расчет, что, видимо, жук там заломбится, не достроится, и slow value там его слабенький засыл пробивает, но не тут-то было. И уже можно локти кусать начинать, потому что у тебя, блядь, стоит 5 телег за 70. Это полная шляпа, блядь. Наверное, начиная с 5-й волны. Ну, как бы на 5-й еще погранично, потому что у них хотя бы армор против 5-й заебись. Но у них позиция такая, что если бы у него еще были какие-то ДПС-ранжевики хорошие, да, там разоры, допустим, или снайперы, он мог бы хотя бы оставить пару слотов, ну или сместить эту всю постройку на слот, как бы вперед, и оставить для ДПС-юнитов место, чтобы эти тележки в итоге танчили. А он вот так наставил. Ну, посмотрим, что получится. Остается он 6-1 и дефает четвертую через 5 телег. Это интересно. Одна ёбнулась уже. Не, ну он дефнет. Тележки хорошо разбирают. Четвертую они ранжовые, и армор
самый мощный против пирс атаки, да, там сокращение 70%, но против магии тоже 70%. Хорошо заходит. Так, ну что он решил? Может, деревяха? Бля. Стимроллер. Чё за пиздец? Кинул на 5. Урсятину. Ну, блядь, на 7 полная жопа, 8 он лучше нам много дефает. 6 он деф, вот 7, конечно, полные вафли. Жук сидит надежно, копит с фантомами на 7 волну, скорее всего. На 8 у него траблы. Так, у него что получится? Он еще может Т6 какой-то поставить, если оно пиздатое, продав краба. И по идее ему там засылом должно хватить апнуть фантома и поставить вот какой-нибудь Т6, допустим. И еще можно даже виспа заказать. Или если он выбирает хочет Магнуса, наверное, апнуть еще. А, не, все, он ламбер начал. Может, у него гарь? Что там, Ваня? Блять, я пропустил деф тележек. Ну, короче, тупо телеги, походу, даже без засыла не дефнули бы пятую волну. Сплэша у них там нет в этой версии. Слабый юнит, откровенно. Он сочетается с чем-то типа арчей. Что там у них раньше-то? Ну, с разорами херово, вот со снайперами неплохо. С разорами, конечно, можно ставить, но их надо да, вперед выдвигать, потому что у разоров раньше атаки меньше намного там. 350, по-моему, и они вперед выходят, надо их типа далеко ставить, а телеги наоборот дальше вперед. Ярли просто по КД хуярит, засылает на 6. Он подумал, что типа, ну, сплэш. Можно на 6 докинуть. Че, наверное, какой-нибудь хермита бросит. Угу. Ну, а там фантишки, это деф. Кстати, шестой он дефнет нормально. И к седьмому еще одного стима поставит. Пиздец. Интересно, конечно, наблюдать за постройкой Вани всегда. Нестандартные всякие штуки показывают. Строит всякое дерьмо. Как-то выезжает на этом. Почти как тролль. Ну, хотя тролль, он хотя бы выбирает. Ну, более оптимальную постройку. А Ваня может выбрать при наличии нормального пика не оптимальную постройку. Как бы. В этом вот и интересно. Интересно смотреть за ним. Творческий подход к игре, я это называю. Ну, вот сейчас уже можно понять, что фанты. Кстати, что там? Сейчас он гарь спалит, если у него... Ну, у него, по идее, гарь. Нет. Нихуя себе. Ну, он сейчас... Что, Магнуса просто апает и все? У него еда еще. Фанту ап. Но на Магнуса ему все равно не хватит. Ему либо скелета продавать. Вот он апнул ферму и ставит за 40 этого геомансера. И отвод, наверное, усилит. Ну, хуй знает.
Мне кажется, танковки не хватит, он без засыла тут ликанет. Засыл тупо дохуя мелочи. И две ауры. Ну, тут Steam, как я и думал, добавился. И отвод с яйцом, бля. Один Fort Armor в Ани. Мелочи ему нахуй не надо стакать, пускай все идет в отвод. Лучше бы Урсу там Хермита. Кстати, блять, как телеги-то хуярят. Ну, с плэшиком-то типа. Ну, он такой слабенький, конечно, но их 5 штук. Ну, лик просто неебически большой. Потому что дохуя мелочи и потому что юниты медленные. И они абсолютно не подходят для деф 7 волны. Жук ликает без засыла. Больше 10 штук, это пиздец. Апнул он хп. И чё у него? Волна, что ли? А у Вани гарь. И он с хп это изи-дефнет. И на 8 ему похуй. Потому что у него все юниты Fort Armor. Изи-деф должен быть. Может, наверное, даже ламбер заказать. А жук, блядь, почти хил отдал. Ну, да, здесь это... Ярли, наверное, даже на 7 ему нельзя было кидать. Совсем чуть-чуть. Он был вот... Прикольно было бы, если он кинул на... Ой, не на 6, а вот на 7 чуть-чуть. И в кинга, типа, вложил, да, застраховался. Ну, он прям очень надежно играет. Мне кажется, он бы в 2 стима и 5 этих тележек, блядь, дефнул бы 8-ю. Девятка тоже слабо выглядит, на самом деле. Но вот то, что он сейчас застроился, конечно, дальше ему надо фулл ламбер делать. И до 10-й волны он может не строиться. Таким раскладом деф у него хороший, двух следующих волн. Здесь две фанты добавил. Жуканский. 7-3 сидит. Ну, сейчас вообще, блин, так прикольно получается. Вроде жук на имбе, но он это очень слишком агрессивно сыграл. Сделал 7-3, в итоге без засыла ликанул, нафидел, да? И хил не выбил при этом. Конечно, Ярли опустил больше. Но, по-моему, у него сейчас выгоды куда больше. То, что он сохранил хил, имеется в виду. Посидел надежно. Видим, что по вэлью, если бы он даже себе сделал 6-3, например, и что-то там достроил, то относительно жука он бы был все равно по вэлью впереди. Потому что Жуканский, он на все достроился. То есть 7-3 он сделал к 7, а на 8 он 2 фанты добавил, и вот его value. То есть Ярли уже получается впереди по валу. Хотя у него по пику вообще полная хуйня. Волна. Неплохо под фант, конечно. Ну и очень все интересно развивается. Вот на 10 плюс вот в мидгейме очень интересует меня, как будут развиваться события и кто в какую стратегию пойдет, кто будет нападать, кто будет дефаться. Потому что тут не очень понятно. Ну, довольно очевидно, что жук будет нападать с фантами, да? А Ярли будет апаться. Но я здесь вижу еще несколько вариантов. То есть Ярли, в принципе, может законтрить фант. У него, ну, такой некий контрпик против фант. Он 16-ю не боится. Да, он боится много других волн, но как раз фантишек он может пробовать бить на 16-й, а на 17, 16-17 ему, короче, не так страшно, потому что есть деф.
А вот 18-19 уже да. И, наверное, он останется 7-4. Сколько у него там реги? Блять. 4 реги у Вани. И он потихонечку еще кинга качает до атаку. А Жук тоже качает кинга, потому что ему, ну, просто нету вала тычкового, который бы бил боссов. Только, наверное, медведь. Он не апнутый. И его, наверное, здесь нет смысла апать, он все равно там ни хера не надамажит. Есть Пит. Ну да, он, короче, тут 3 босса лекает, по идее. Без засыла. Ну, без засыла, наверное, может и заберет, а чуть слегка вот закинуть, и он, наверное, 3 бы ликанул. Конечно, они будут все залитые, бля, Ваня. Тупо 4 стима и 5 телег, блядь. Я вот думаю, Жук просто охуеет на арене, блядь. Ну тут бомб смотреть, наверное, и там, потому что тут, блядь, вроде 4 стима, что за пиздец. А тут бить нечем боссов. Везде интересно. Так, ну тут стакается, тут тоже стакается. Так, о, медведь там забашил вроде разок, но уже упал. Не, фанты все-таки доклюют одного босса. Два босса лик. Ну а здесь, походу, это деф в ноль. Ну, без засыла. Очевидно. Тычки неплохие у стимов, и скорость атаки нормальная. Опять же, Ярли у нас выходит, получается, вперед по показателям. Ну, в принципе, и по этому вот скоро счет этот никому не нужный. Да, он уже показывает, что в принципе, Ярли отыграл лучше. Ну и тоже мне больше нравится розыгрыш от Вани. Практически оптимально сыграно. Если у него прям вообще ничего нет в пике, да, кроме тележек и стимов, то вообще можно похвалить. Круто сыграл. Тем более, теперь все увидят, что на тележках можно, блядь, катать начало. Так, Ярли еще на аренку кинул. Делается у него 7-6. Так, Жуку хватает. Ну, если он нам продает скелетов, ему хватит на 7-7. Я думаю, ему так и надо делать. А Ярли что? Ну, Ярли тут должен арену забирать. Там этого только один медведь лупит по этим стимам, заебись. Ну и фанты чистым уроном, а все остальное так себе. Медведя убили. Ну все, да, развалился пик Жука. Вани хватает на 7-7, можно заказывать. А вот Жук предварительно не продал нихуя. И сейчас будет... Ну, то есть позже он закажет себе семерку. Ну, я думаю, надо ему здесь сделать 7-7. Прямо сейчас. Перед 11-й. Продать, нахуй. Это тоже можно продать. Или этого чувака продать, хз. Ну, все, заказывай. Или он хочет пита еще поставить. Но на пита все равно хватило бы. Ну, короче, хочет, похоже, на full value достраиваться к 12-й волне, чтобы прям нихера не ликануть. Но у него кинг уже есть, я не знаю. И у него фанты. То есть он играет в терпильную такую стратегию, имея лучший пик на данный момент.
Ну а Ярли на хуйне выезжает потихоньку. Надо ему ролить уже скоро. Возможно, даже уже. Но я думаю, он еще танчик поставит и рольнет. Кингау напает. Под 12-ю волну. Угу. Кстати говоря, роллы я вижу у жука. А у Ванни я нихуя не вижу. Только если вот мониторить его постоянно и смотреть. Так. ХЗ, были у него мишки или нет? Но, наверное, он рольнул. И фантомы. Ну да, походу рольнул. Он бы играл через фант, мне кажется. Ну да, абсолютно точно. Он бы через фант играл. Он вроде не настолько наркоман, чтобы, блядь, через телеги играть. Имея фант в пике. И вообще телега это Т3. И фантом вроде тоже Т3. Хоть разница по голде у них там пиздец. Ну да. Ну, стимов ему сейчас апать не надо. Сейчас он апнет. То, что у него магнусы появились охуенно. У него есть массовка, 4 стима, и 2 магнуса будет, и фантомов еще нахуярить сзади. Эти телеги можно нах продать, они не нужны. И у него все заебись смотрится. Жукан только сейчас заказывает. Он типа боялся 12-й, наверное, хотя у него волна еще была. Ну вот он решил в терпоигру поиграть, накопить много, видимо, на сильную волну. Типа 19-й или 18-й, мне кажется, вот туда полетит. Потому что в танке на 17 он вряд ли захочет слать. Возможно, он на 15 планирует, но если он кидает 15, а хилы здесь на месте, это все уже уедет на 20+. Так, так, так. Ну, питы с фантами, конечно, у него неплохо смотрится. Но к 13 ему было бы, наверное, полезнее магнуса апнуть. И ты вроде так себе. Здесь 2 магнуса ап и фанту ап, и 7-7 Ваня сидит. Подкачал он еще кинга. Жук тоже что-то еще подкачал. Тут даже с учетом ламбера все равно Ярли впереди слегка по вэлью, ну по валу, да. Ну, он все закажет по любасу, еще ламбер надо делать, реализовывать пик, хотя он не слаб, но 7-8 то ему точно надо. Ему тут страшна, по сути, только 19-я волна. Все остальное он неплохо дефит таким раскладом. И вообще он 13-ю изи забрал. А жук ликает. 17, сколько награда? 40-50. Неплохо. Невидимым засылом пробил Ваня. Жуку копейки не хватило на ламбер.
хуяк. Бомберчик, конечно. Вот этого мансера можно продать. Ну, он что-то апает это. А, фанту. Еще одного, да? Ну да, понятно. А чё он, типа, через пять фантишек будет играть? Это, наверное, маловато. Ему все равно надо этот слот желательно освободить под фанту. Этот юнит вообще, как бы, ну, никуда не годится. Оптимально у него АПш Магнуса делаешь там 6-7 фантомов и штампуешь питов, сколько там тебе нужно на 20+ игру. Ну, это обычно штук 5-6. И, ну, надо ролить. Так, что жук копит? Ну, вот есть у меня, да, ощущение такое, что они оба будут 19-й слать. Но... Ярли... Что Ярли делает? Не, Ярли фулит кинга. Ну, в общем, если жук кинет не 19-й, то Ване похуй, потому что он зафулит кинга. И единственная волна, которая его может заебись пробить, это, наверное, 19. Но, опять же, если будет достаточное количество фант, если он, будет, ну, вот, две фанты, блядь, оставить, то, как бы, его на любой волне можно ломать. Так, здесь 6-я фанта, 7-11. Ну да, тут на 17-й вообще без валика, нехуй слать. Ваня. Фулл атака. ХП у них одинаково. Реген я не знаю. А, все, или что, погодите. Ну вот он регу качает сейчас. Да, он решил, что он дефнет и будет копить на 20+. Возможно, на 24 сразу. Неплохой вариант. Он еще так, блядь, надежно сидит. Но я не знаю, ему с фантами можно было как-то это понаглее сыграть. То есть вот еще точно один ламбер он мог себе сделать. Просто убирать эти говнотелеги сейчас. И вот туда вставить фантишек потихоньку. Если он их так не любит в лейт игре, то не обязательно ставить их там 7 или 8 штук. Тут у него 2 стоит, можно еще пару штук. Ну просто от фан толку нет, если их два. Тем более, что у него их вообще полтора по факту. Один не апнутый. Он строит Азур Драгонов, еще апнутого. Вот, кстати, сделал 7-10. 200 инка есть. Че? Что у него там по регия ХЗ? Ну, видимо, он там... Цель была сделать 200 инка, походу. У жука 7 фант. Танковки мало. По валу этот Ярли впереди сильно. Хотя вроде разница один ламбер, да, но вот он апался, инк поднимал. А, вот он еще до сих пор апает. Ну да, он регу, короче, докачивает. Он вообще не планирует слать до 20 никуда. Жук копит. Или кает постоянно. Еще дают что-нибудь. 20-30. Еще дают.
оказывается, что кинг у него неплохо апнут. Но Ваня Ламбер не делает. Хочет он надежно сидеть. Видит он уязвимость своего пика. На 17-й апает еще одного азура. Но он, походу, готовится больше к 19-й. Ставит фанту в позицию не очень непонятную. То есть фанта будет как-то сбоку стоять. Ее могут зафокусить. А если бы они стояли за, то они бы и дольше, ну, стояли и вносили дамаг. Баншу ставит. Ну, короче, страхуется, да, от 17-й. Хотя довольно нелогичный был бы засыл на 17 стимов. И отвод у него остался, яйцо. Может, ему жалко просто продавать. У жука еще замедление. Дерево замедления есть. Видимо, он сделал рерол. Всего 3 пита оставил себе. Ну, под замедлением тут люто смотрится. Все, ярли копит. И, кстати говоря, 7-10 он на 19-й может тоже накопить. Неужели он продал? А, это у него есть в пике до сих пор деревяха. Хули раньше-то не ставил. Ну, хотя он и без этого управлялся неплохо. Получается, у него и питлорды есть. 8 фант. Ну, теперь уже так жук неплохо рискует. То, что если он не убивает, да? То есть, думаю, план убить у него здесь. То дальше столько фант, хз. Он просто не знает, конечно, что и у Вани есть фанты, но фанта тут их немного. Появляется еще тролль на скорости, верно. Но постройка у Вани мне не нравится. Все вот эти говнотелеги, которые сейчас ни хера уже не делают. Да, жук кидает 19, причем он кидает с ментами. Видимо, он думает, что Ваня апнул стимов, и стимы там будут дико тупить. Ну, вертец, там пытаться добить коцанных юнитов, и плюс в ментов будут еще стрелять своей гигантской тычкой, поэтому засылать так. А там есть еще фантишки, которые, кстати, мелочь-то и срежут неплохо. Ну, в теории должны это сделать. Так, капается верно. И что, еще одну, наверное, поставит? Есть у него бара. Ну, нахуя бара теперь? Еще баншу. И еще... Он, да, две банши у него апнутся и бара. Ну, бара тут херово смотрится. Да, сейчас, короче, засыл пройдет, мне надо будет позвонить дойти. На двадцатке, думаю, ничего не произойдет. Value у Вани хорошая, норма практически, да? Три кряки, три варлока, слегка мелочи и демон. Засыл приличный для мидгейма, но не убийственный, я думаю. Ваня здесь... Ему там хп только осталось дапать, как я понимаю, и все. У него фулл кинг. И у него еще горелка на кинге. Да, простой деф, и тут даже без хила. Он вообще, что тут? Сколько скорпов-то? 5 всего. Да, это деф, ему даже апать не надо. Так, в общем, оставлю тут на кинге пока. Иду ненадолго.
Так, пацаны, сорян. Надеюсь, много мы не пропустили. Какие же вы все фанаты фант. Ну да. А Ваня, наоборот, не фанат. Но он, видите, сидел с Валом. Ну, как бы и Вал был, и Ламбер неплохой, да? За счет апов Кинга. Вот. И поэтому ему, в принципе, не надо было много фант. То есть он знал, что он, ну, неплохо дефнет, и Кинг у него был. Вот, поэтому он решил много фант не делать. Потому что в лейте они, ну, захламляют слегка пик и постройку, в принципе. Вот, а Жук, он наоборот, выбрал вариант копить и сделал ламбер, но он сделал, ну, как бы, не наглый ламбер. Он сделал ламбер, который немножко был впереди, чем у Ярли. Думаю, это херово. На фантах надо ебашить, короче, жесткий ламп. Иначе преимущество будет не таким ощутимым дальше. Ну вот он, чё, раз, два, три. Шесть драконов у него будет. Две замедляшки. Появляется деревяха. Так. Ваня, походу, будет на 24 слать. Он отводы сделал. Да. Ну и там без хила по-любому было, там что-то совсем чуть-чуть пропасть был. Было бы там пауканов хз штук 12, тогда еще можно там как-то подумать, и то там вряд ли хил. Опять штук, это совсем не серьезно. Ой! Куда? Ваня, блядь, зачем? Зачем 23 слать в кучу фантомов? Или это у него задумка 23-28 кидать? Или 23-29-30? Просто тут как бы рискованно в любом случае, потому что вал... А, он не строился еще, ага, понял. Но пик, ты не знаешь, что тебе выпадет, как бы. И понятно, что у оппонента там херня, да, пока что. Драконы там, талые. Думаю, мне вроде пока не пахнет, то там еще куча роллов есть. Да, блядь, а жук строит деревяхи. Он, наверное, боится 24-й здесь больше. Хуй знает. Ну, Ваня, походу, в лейт собрался катать. Хотя, блядь, его можно пробивать здесь вообще везде. 27 пробивай. 20, ну, 26 еще так, более-менее. 25 вот, типа, тоже заебись заходит. 24 тоже заходит. 27 вообще разрыв, по-моему. Хуй знает. Зачем 23 кидать? Сейчас посмотрим, может, я вообще типа нихуя не понимаю ВЛТД. Может, он возьмет сейчас и ёбнет жука. Но вангую, что не ёбнет никак. Вангую, что даже хил не уйдет. Там три полена, по-моему. Или даже два. Да вообще пофигу. Все залитые. Сколько вот их? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять совухов плюс инком. И они все супер костные. По два-три удара.
Ну вот, что это, блядь? Демон. Дальше, наверное, лучше соухов добить пару штук вот этого, блядь. Ну да. На одну тычку было, можно было хуйнуть его. Кстати, неплохо хуярят эти. Ну вот, шаманы накурили, да? Жестко. Бля, что это нахуй за хуйня? Какой хил, бля? Ну там, кстати, да, походу уходил. Да ну, что-то пиздец какой-то. Деревяхи фанты, блядь, нихуя не дефнул. Засыл талый. Ну и все тут на 28, походу, это замес, размен. Жук типа копит. У него, ну, у них сейчас примерно одинаковые инки. Ну, а у Ярлича у него 1500, а здесь 3. То есть 1500 разница, 2 кряки, блядь. И плюс варлок. Ну, демон, короче, разница, хуйня. Этот вот пик, то, что есть у него, у жука, он на 28 карается легко. 27, да. Вряд ли получится добить на 27. Жук должен уже алынить здесь и, наверное, фулл деревяк строить, страховаться тупо от всех волн до 28. Тут минеры. 4 бара еще, блядь, не апнутые. Ух, ну, по идее, жуку надо слать 27. Ну, самая такая заебись волна, получается. Но тут еще некр появился. Ну, не знаю. Ну, у Вани как-то выглядит постройка супер уязвима. К милишным волнам очень прям жестко. 27 вот просто, по-моему, идеально входит в него. И разъебывает с хилом. По валу, кстати, все хуево. У Вани, ну, почти 9к, да, но норма 8500 на 24, поэтому тут у них у обоих такая шаткая ситуация. Ну, уже есть депчик. Отвод он сделал. Но ему бы лучше, наверное, по крайней мере, вот сейчас он может не строить. У него аж пришло 23, он мог бы не строить тупо, да? Потом, например, добавить. Ну, посчитать, сколько там он может поставить одновременно апнутых деревьях, поставить не апнутые, сделать рерол. Как-то так сыграть. А, ну вот он оставляет голду. Все правильно. Но он с таким пиком вообще, по-моему, не ликанет. Ни одной волны. У него еще астрали есть. Но вообще удивительно, что он на 23 отдал хил при таком лике. Соухи все-таки сильные парни. Ебать, апнутый арчер, блядь. В этого и клок. Хуй знает, зачем они ему там. Они ж не агрятся. Типа от кинга отводить, но этот, сколько у него? 575, но только оранжевых он отагривает. По-моему. Оптимально, конечно, козу иметь в отводе. Она агрит милишников от кинга. Один раз меня даже от проигрыша спасал этот момент. Меня просто на 23-м добивало. Там хз штук 5 совухов. Вот просто вижу, что по хп там, ну хуй знает, у меня там 2 мм хп. Я вижу, что ну, не хватает мне уже запаса здоровья. И реген не спасает. И короче, про козу я забыл вообще. И хуяк она приходит. Агрит на себя и пиздец. Пока эти отбегают, у меня кинг регенится охуенно. И я выживаю за счет этого.
как бы микро-момент, но решил раз в сколько-то каток может порешать. Там раз в 100 игр, блядь. Ну, но может порешать. $5,300. Но если он будет слать 27, у него будет, ну, примерно 6500. Хуй знает. Не сильно большой засыл, но... Вот эти вот муты, блядь. У него все оранжевое. Хуй знает, мне кажется, Ваню разъебет. Даже с хилом он может проебать такому засылу. Валы мало и пик неподходящий. И фантомов у него нихуя нет. Ну, согласен, у него фокусят пиздата. Типа на повороте, пока там будут подходить, там неплохо вроде бы должны вырезать. Но как только окружит, там должно все шустро развалиться. Ну да, Ваня это почуял, что пиздец близко, и решил в размен, но там... Ух! Там 6 деревях, драконы и хадесы еще. Ну, можно вот эту хуйню продать. И вообще можно отводик продать. И, допустим, еще дракошку апнуть. А, вроде я апнул, да, какого-то? Ну, все, заебись. А жук, кстати, это сделал себе 7.15. У него было 7.13. Видимо, после засыла на 23 он решил, что, блядь, нахуй, я сделаю себе максимальный ломбер. Короче, засылы талые. Ваня накурил все. Молодец. Но отводы он не стал делать. Он вообще, наверное, думает, что у него, как бы, ну, преимущество есть по валу какое-то, но его нету нихуя. И по пику там у него все хуёво, а у жука деревяхи. Так, тут понятно, короче, на за Ваней смотреть. У него проблемы с пиком, а не у жука. Ну, чё-то это. Чё-то это деф, блядь. Все залитые нахуй. У него ж хил еще есть. Что-то эти бары, блядь, изи дефнули 27-ю. Жукан 6 штук пустил. Ну ебать. И чё, все, хули, ярли на 31 должен тащить. У жука слишком дохуя деревях. У него сейчас эти хадесы появились, но там у него толпиться все жутко будет. Хоть у него и 6 драконов есть, но хуйня это все. Блять, Ваня, вон на тычку стоит, Люцик добил бы. Ну ладно, тут уже все равно не пахнет хилом, так что плевать, как контролить. Ну мал, слишком маленький засыл был, но... Вообще, типа, как бы хуй знает. Прикольно, что он дефнул таким пиком. Там бары так всех, это, ну, этот свой скилл повесили. Замедление. Плюс он там еще хп отнимает. Прикольно, блядь, получилось. У него фейни, бля, заебись. На лейт, хорошо. 7 бар, у него будут еще 2 вот эти дуры, Меркурии. Они тоже там замедлять будут. А интересно, стакается у этой хуйни и у этой. И еще гарпик какой-нибудь ебать, там вообще юнит на месте стоять будет. И ничего не делать. Один удар в 10 секунд будет хуярить. Это бесконечный деф у кинга. Ну все, да, жуку надо, блять, лордов штопать, он это понимает. Тут больше нехуй делать. Ну, блять, у него 8 фант. Это, конечно, лютый ДПС.
Кто бы там ничего не говорил, что фанты, блядь, бесполезные, хуй знает. ДПС есть ДПС. А у Вани, конечно, фокусят пиздато. Из-за барычей. Джедай, блядь. Ставит шейкера. Одного. Надеюсь, еще одного не будет ставить. А, все, он типа поставил, рольнул. Ну да, чтобы разочек топнул, видимо. Фениксы сейчас заебись ему заходят. Высокий рейндж, ему еще два танчика можно апнуть. Да, пиздатый пик. Вообще нихуя не толпится, все, блядь, рейнджовое, летающее. Есть аура. Я, блядь, тоже не думал, что Ваня переживет, но походу все-таки слишком маленький засыл. Там засыл, блядь, че, 6к слег и плюс. Там, ну, с копейками, короче, 6к, это мало очень. Да, там было мало вала, но такое. Думаю, Ваню мог убить засыл только 10 тысяч, и при этом еще желательно 2 демона кинуть. Тогда да. По 6к, хуй знает, как-то маловато. Ну, тут как бы, что тут обсирать? Какой такой пик? Типа, то, что деревях много поставил, ну... Ну, можно было, да, по-другому сыграть, но вообще, как бы, по конкретной ситуации, наверное, все правильно. Ну, довольно странно, что, конечно, Ваня дефнул 27 так уверенно. Да нет, почему? То, что он копил 19, это нормально. Еще вот у Вани интересная такая фишка, он строит вот сюда. Ну так вряд. Типа как в 2 на 2 в лейте выстраивает. Видимо, чтобы из мида все агрились 100%. Так, ну что, поехали засылаем. Ну вот они кидают демонов и щебу там всякую. Ну, вот обсуждали мы там хз с кем-то, то ли с Леоном, то ли с Войксом, что на 31, наверное, демона не очень интересно кидать, потому что часто он выходит как-то очень хорошо, что его можно стакнуть там и за счет отвода убить его быстро, либо он просто выходит, заебись у стены, и ты его тупо стакаешь, убиваешь, типа от него вообще профита нет, то есть, наверное, в процентах 70-65 вы его легко забираете, и он вообще нихуя не делает. То есть, наверное, проще полтора колеса оставить на 33 или 34 волну, чтобы там кинуть, когда уже, короче, там какие-то, блядь, разбейки там начнутся, и чтобы вот этот лес уже мог там зарешать где-то. Но можно, конечно, кинуть эти полторы тысячи, ну, тупо в лес, да, который впитает в себя тычки от юнитов. Ну, вот у Вани так себе пока идут. Ну, у Жука лучше, но он все равно затупил. ХЗ вот он оставил эту вот хероту, я не знаю зачем.
Ну, тупит все, хуй знает. Так, тут Феникс один умер, второй умер. Ну, честно говоря, думается, что, по идее, пик Вани лучше. А, он еще, кстати, хил выбил, да, на 23. Вот. А у жука у него 6 драконов, лорды есть, деревяшки еще есть, и под троллем это все. И еще фантомы есть. Ну хуй знает, вообще вот хуй знает, что тут будет. Всякое может случиться. Интересно. У обоих у них, походу, там. Ну да, понятно. Хуёвые пики у всех. Никаких этих лечений. А, во, вижу, у Вани есть этот прист. Ну, одного, наверное. А, вон еще вижу пристов. Заебись, у него эти хилеры, короче, есть. Чтоб лечить ауры. А по аурам вообще все очень скудно. Тут тролль, там тролль и все. Ничего нету особо. Так. Ваня кинул. Получается на 33. А жук кинет на 34, видимо. Ну вот, я тоже замечаю, что на 34 как-то это чаще выбегает, а не 33. Или, может быть, просто номер волны раньше путали. Но у жука хила вообще нету. Ну, у него и хила на кинге нету, и восстановление здоровья, ни ауры, ни нади там никакой нет. Все, что у него умирает, умирает навсегда. Так, 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 ну что, кого-нибудь ёбнет демон вообще, нет? Сколько драконов? 5. Ну, один умер, получается. Так, 4 лорда ушли гулять. Пиздец. Ну, пока у Вани все еще интересно. А, тут еще и фанты, блядь, ну да. Фанты тоже, да, выходят. И умирают. ДПС вообще нету сейчас. И все. Демона убили. Да, Ваня тут должен побеждать. Все, тут уже нечем бить. У него еще убежали. Все, это ГГ. Ярли, победа. Жукан слегка выбрал не ту стратегию, получается. Ну, точнее, здесь 19-я хорошо смотрелась, но Ваня этот момент прочитал. Он даже фант много не делал, то есть надежно сыграл. Он строил там 2 азура, виверну. У него такой комбо-пик против всех волн, ему срать было. Он кинга апнул, все, пофигу. Так что хорошо сыграл.